В 2017 году в Нефтеюганске осуществлялась реализация 15 проектов. Их выполнение составило 96%. В большинстве случаев незавершенность работ связана с длительной процедурой конкурса. Яркий пример – контракт по обеспечению функционирования и развития систем видеонаблюдения. Не освоены в связи с тем, что заключение контракта было 30 декабря 2017 года. В данном случае торги были проведены, и на рабочей группе этот вопрос рассматривался, и было дано прямое поручение главы города по внесению изменений в программу проведения своевременно торгов. Срок исполнения контракта 31 июля 2018 года. По остальным программам исполнение составило свыше 80%. Причины – переходные сроки контракта и недобросовестность некоторых подрядчиков. Другой вопрос – в экономии. Депутаты предлагают оперативнее работать в этом направлении и оставшиеся средства перераспределять на другие работы. Мы должны уже работать на опережение и составлять вот эти сметы, виды работы и так далее. По словам главы города, эта работа уже ведется. Администрация предложила подключиться к процессу и депутатам. Следующая тема повестки – внесение изменений в городской бюджет. Речь идет о дополнительных вложениях в разные сферы жизни Нефтеюганска. Однако счетная палата выявила ряд недочетов в нескольких программах, таких как строительство купели на 2019 год, ремонт внутриквартальных проездов, а также проезжей части по улице Молодежная. В расчет объемов по устройству асфальтобетонного покрытия проезжей части включен объем асфальтобетонного покрытия на заездах в микрорайоны, однослойное 6 сантиметров. Ну, хочу отметить, что согласно техническому паспорту автомобильной дороги, внутриквартальные проезды не являются ее частью. Следовательно, данные расходы также являются необоснованными. Все эти недочеты профильные департаменты исправят, но к заседанию февральской думы вряд ли успеют. Пока члены комиссии рекомендовали доклад на рассмотрение с учетом комментариев счетной палаты. Кристина Кочерова, Евгений Трефилов, телерадиокомпания «Юганск».